Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сейчас я вам дам послушать песню моего выкормыша Белянчика Амадина Гульде «Мутация серебро». Удивительный факт, наш выкормыш в своей песне повторяет имя моего мужа. Мужа зовут Алексей. Видимо, во время выкармливания он слышал это имя неоднократно и встроил это имя в свою песню. И вот в конце своих трелей у него как бы песня состоит из такого вот куплета, одинакового всегда. И в конце этого куплета он добавляет «Лёш-лёш». Я дам вам послушать несколько разных записей этой песни, и каждый раз в конце вы услышите вот это «Лёш-лёш». Больше так ни одна птица у меня не поет, только он. Спасибо. Ну, да учи мою птичку. Ну, спой, пожалуйста, спой. Ну, надеюсь, вы услышали «Лёш-лёш» в конце каждого куплета нашего выкормыша. Ну, это на самом деле удивительно и уникально. Всем пока!